Празднование Дня строителя развернулось в одном из крупнейших новых микрорайонов Орла – Зареченском. Жители новостроек, представители городской власти и, конечно, виновники торжества. История ПАО «Орелстрой» связана со строительством в России и особенно в Орловской области. Хотел бы поздравить всех вас с этим важным и серьезным днем. Компании уже 75 лет, мы многое прошли, и кризисы, и хорошие годы. Я уверен, что с такими людьми, как работают наши компании, с такими профессионалами, которых мы сейчас будем награждать, компания проживет еще минимум 75 лет. «Орел» не сразу строился. Десятилетия кропотливого труда принесли плоды теперь. И все благодаря самоотверженной работе каменщиков, инженеров, слесарей, сварщиков и многих других. Теперь они получают заслуженные награды компании «Орелстрой», городской администрации и губернатора области. Почетная грамота администрации города Орла вручается Евгению Ивановичу Левину, слесарю по ремонту автомобилей АО «Стройтранс», ОАО «Орелстрой». Так случилось, что в 1943 году «Орелстрой» и город Орел пошли плечом к плечу в один и тот же момент. И один помог другому выбраться из руин. И спустя 75 лет, в течение этих 75 лет, эти два пешехода шли плечом к плечу, рука об руку, помогая друг другу. Сергей Николаевич Беликов закладывал фундамент первых многоквартирных домов Зареченского микрорайона. На стройке он проработал всю жизнь. Я работал в последнее время на большом кране 25-тонной под названием «Шархан», вездеход. Мне приходилось все такие тяжелые работы выполнять. Ну, где простые краны не могли заехать, я заезжал, помогал все своим строителям, чтобы побыстрее залить бетон, фундамент выстроить. Сейчас мода на такие профессии только начинает возвращаться. И, может быть, те, кто сейчас делают первые шаги на новых детских площадках, через десятилетия будут закладывать первый камень нового микрорайона нашего города. Алена Касаткина, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».